Вот момент, которого мы так долго ждали. Объявлены имена номинантов на премию NCAA «Женщина года в плавании». И Лия Томас, которую раньше звали Уильям Томас, потому что она мужик, была номинирована на эту награду университетом Пенсильвании. Этот университет получает миллионные федеральные субсидии каждый год, и, конечно, его эндаумент не облагается налогом. Почему их капитал не облагается налогом, в отличие от вашего? Это хорошие вопросы. Повторим, Уильям Томас – мужчина, который победил, потому что соревновался с женщинами, которые биологически в невыгодном положении. Правильно? Но почему-то наши СМИ празднуют жульничество в студенческом спорте. Смотрите. У Ли Томас есть какое-то преимущество, ведь отрыв, с которым она побеждает, просто поразительный. Нет, есть очень длинные гонки, где бывают такие отрывы, не так ли? Так почему мы так боимся успехов трансатлетов? Она вплотную приблизилась к непобитым рекордам Мисси Франклин и Кэти Ледекки. Конечно, мы будем с интересом смотреть за тем, сможет ли она повторить их рекорды. Давайте просто возьмем паузу здесь, в нашем эфире. Мы не так часто это делаем, чтобы отпраздновать успех Лии Томас. Обычно, когда вас уличают в жульничестве, вы извиняетесь, вам стыдно. Жульничать плохо. Это оскорбление всего благородного. Но когда их ловят на вранье, они пытаются запугать вас, если вы это заметили. Тем временем, пловчиха из Кентукки Райли Гейнс, женщина с рождения и до сих пор, она номинирована своим университетом на премию NCAA. Она скоро присоединится к нам и расскажет, что думает об этом смелая девушка. И так это быстро становится вне закона, говорит, что мужчины не женщины, неважно, как они одеваются, какие туфли носят или в какой цвет красят ногти. И это атака не только на биологию, но и на свободу слова, на совесть. Вам нельзя говорить очевидные вещи. Вот один пример. Феминистке из Норвегии по имени Кристина Эллингсен грозит 3 года тюрьмы. Она может отправиться за решетку на 3 года за то, что подтвердила реальность биологического пола. В частности, Эллингсон выложила твит: «Мужчины не могут быть лесбиянками». Возможно, вы еще всерьез не думали об этом, но технически это правда. Она также сказала, что мужчина не может стать матерью. Опять же, это правда. Но в Норвегии, как и везде на Западе, правда уже не является доводом. Сейчас ее обвиняют в разжигании ненависти. Конечно, мы сразу захотели поговорить с ней. Кристина Эллингсон с нами на связи. Кристина, большое спасибо, что присоединились. Это одна из тех историй. Очевидно, Норвегия очень цивилизованная страна. Я думаю, богатейшая страна в мире. Там много известных людей. Трудно поверить, что это правда, и я хочу проверить, не упустили ли мы чего. Нет, все правильно. Это правда. Вы не можете защищать женщин, если не можете дать женщине определение. И во всем мире утверждение биологических фактов расценивается многими группами как разжигание ненависти. И да, это то, что я делаю. Я утверждаю очевидные факты, что мужчины не могут быть женщинами, что парни не могут быть девушками или матерями или лесбиянками. И теперь я рискую оказаться в тюрьме на 3 года. Скажи мне, как Норвегия, опять же, страна, в которой, мы даже не сомневаемся, много хороших людей, красивое место. Но люди, которые все еще верят в науку и свободу слова, чествуют тебя как героя? Люди поддерживают тебя? Ну, много людей поддерживает меня во всех сегментах общества. Политическом, религиозном, везде. Но много людей также ставит меня на один уровень с теми, кого обвиняют в геноциде. С кем меня только не сравнивали. От фашистов до маоистов, включая сторонников Баптистской церкви Вестборо. Я даже не знаю, что это такое. Но в сущности, полный набор всего, что когда-либо угрожало миру. Меня обвиняют во всем, абсолютно. Но также я получаю достаточно много поддержки. Ты удивлена? Я просто предполагаю, но я думаю, что ты левых взглядов. Я не думаю, что ты сторонник правых. Ты из Норвегии, тебя все это удивляет? К сожалению, я не очень удивлена, потому что это очень вероятно. Если вы не можете говорить о биологической реальности, это неизбежно. Это просто неизбежно.
Но да, я отношу себя к сторонникам радикального феминизма. Я всю жизнь голосую за левых. Сейчас я с большей критикой отношусь к тому, что они говорят. И похоже, что все партии в Норвегии поддерживают эту псевдонауку. Это пугает. Нам знакомо это чувство. Спасибо, что присоединились к нам, Кристина Эллингсон. Большое спасибо.